День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается 15 февраля. Ровно 27 лет назад советские войска покинули Афганистан. В Печоре состоялся митинг-церемониал, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества. У памятного знака воинам-интернационалистам собрались те, кто своими глазами видел военные действия в Афганистане. Конечно, возложить цветы пришли семьи участников боевых действий, сотрудники администрации муниципалитета, горожане и студенты Печорского промышленно-экономического техникума. Именно в этот день, 27 лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. 15 февраля каждого года мы приходим сюда, чтобы отдать дань памяти всем погибшим при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач в местах военных конфликтов. Тысячи граждан сложили голову в той войне. Многие были ранены, сотни пропали без вести. И как бы сейчас ни говорили и все время о этой войне, хочу сказать одно, что советский солдат и офицер с гордостью выполнил свой воинский долг. Память погибших во время военных действий все присутствующие почтили минутой молчания. Участники войны в Афганистане отметили важность данного мероприятия, сказав, что мужество и героизм ветеранов боевых действий – это яркий пример патриотизма и бескорыстного служения Родине для молодого поколения. Воины афганцы были и останутся для всех героями, достойными преклонения. Это герои, которые искренне верили, что выступают в интересах Родины, выполняя миротворческие задачи в Афганистане. Мы, афганцы, вернувшиеся с войны, не забудем своих боевых товарищей и своих командиров. В ходе митинга-церемониала состоялась церемония вручения юбилейных медалей воинам-интернационалистам в память 20-летия и 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Заслуженные награды вручили тем, кто ранее по личным причинам не смог их получить. Традиционно церемония завершилась возложением цветов и венков к памятному знаку.